Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня будем взрывать очередную мисочку. Вот такие грибочки сегодня будут. Вот, сделаем похлёбочку из петард. Вот, на сегодня взял тоже мощных петард. Смотрите, вот такие петарды есть сегодня. Ахтунги, спуэрбласты, вот такие, то, точнее, супербангеры, П2000, К22, скримы, П2000 и еще вот такие петарды. Несколько, одна пулеметочка есть и несколько вот таких петард на много взрывов. Что ж, вот такой набор сегодня. Давайте загрузим сюда миску. Ребята, кто не видел предыдущее видео с мисочками, всем советую заценивать. Миски разрывались, застревали на деревьях. Короче, что с ними только не было. Не мог некоторые довзрывать. Взрывал просто супер мощные петарды уже, чтобы наконец-то разорвалось. Вот и такое было. Так что давайте, ребята, сегодня продолжим взрывать. Вот такая миска будет. Что ж, пойдемте устанавливать, как всегда, и повзрываем классных петард. Так, вот так вот. Друзья, хотел бы порекомендовать вам интернет-магазин пиротехники «Флибусьер». На нем вы можете найти различную пиротехнику, в том числе петарды, салюты, различные римские свечи, ракеты, а также пиротехнические гранаты. Смотрите, ребят, давайте вам покажу. Вот так выглядит сайт. Очень много пиротехники на сайте. Заказывал уже много раз, так что думаю, есть что заказать. Также смотрите, вот ракетки, вот различные римские свечи и тому подобное. Блицы даже есть, фонтаны. Магазин хороший, рекомендую, ребята. Также, кто хочет купить салюты, здесь также присутствуют различные салюты. И еще есть пиротехнические растяжки, вот такие гранаты. Кому интересна такая тематика, можете заказывать что-то интересное. Также вводите, ребята, промокод TNTFOX и получите 10% скидку на весь заказ. Ссылочки на магазин будут в описании под видео. Заодно буду говорить, какие петарды покупать, какие не покупать. Вот, чтобы вы знали. Так, вот здесь. Петарды сюда. Давайте. Вот так, штативчик. Берем... Блин, упал. Берем зажигалочку. Так, штатив поставили. Давайте забахаем пулеметку, подержу рукой. Вот это да, массаж пальцев называется. Жесть. Так, давайте встромим. Вот так. Много взрывки. Быстро сработали малыхи. Так, есть у нас вот такая калека П100 сплющенная, надеюсь, взорвется вообще. Есть контакт. Так, берем Корсар-4. По-моему, 2 взрыва. Да. Так, проверим на мощность вот эти петарды. Ну, уже фокус. Вот такие. П-150, П-200. В принципе, что касается вот этих P150, P200, P100, ну, я не знаю, нормальные петарды, но, как по мне, не очень мощные. Особенно вот эти P200. Они как-то вообще взрываются, как P150. Давайте посмотрим. Видели? Не знаю, нету смысла переплачивать. Корсар 4.
Два взрыва. Так, постараюсь снять и миску, и взрыв второй. Вот так. Блин. И никто не снял. Опа. Есть. Также предлагайте в комментариях, кто хочет ночных видосиков, вообще стоит снимать или нет. Нравится вам такое. Каждый раз спрашиваю, ребята, поскольку появляются же новые зрители, ребята, хочу знать, что новым зрителям тоже нравится. Вот, поэтому спрашиваю. Вот, какие-то ночные взрывы, салюты. Может быть, в болоте повзрывать. Пишите в комментарии, что хотите видеть на моем канале. Вот, жуки. Вот так вот. Берем пиратку. Вот, чувствую, миска мощная попалась. Даже на два ролика потянет. С мощными петардами. Видите, не очень деформируется. Хороший полет. Так что, если выживет после мощных петард, обязательно возьмем еще каких-то новых. Еще новыми петардами повзрываем. Так, давайте К04. Ну уже открывайся, зараза. Так, давайте К22 тестить. Вот это полет. Так, смотрим. Берем П2000. Опа-на! Есть контакт. Трава, я в шортах, все колется. Так, присыпало здесь. Вот, П2000. Сейчас застрянет на дереве. Давайте забахаем вот такой ахтунг.
Вот так. Да, ребят, скорее всего, миска будет на второй раунд. Хотя, кто его знает. Давайте взорвем еще мощную петарду на сегодня. Ахтунг. Следующий ролик. Возьму еще каких-то мощных петард. Обязательно повзрываем. Вот, смотрите, вот такой ахтунг есть. Так, надеюсь, он вообще сработает. Ну, посмотрим, надеюсь. Только не застрянь. О нет. О нет, ребята. Вот она. Смотрите, прям по центру. Ёшкин-матрёшкин. Да как так? Короче, так и знал, будет последняя петарда. Вот. Ну что ж поделать. Будем ждать, в следующий раз приеду. Она уже будет здесь на полу. Обязательно повзрываем еще. Что ж, ребята, надеюсь, видосик вам понравился. Подписывайтесь на канал, ребят. Предлагайте, какие петарды в следующий раз брать. Какие хотите видеть на моем канале. Чем дозревать эту миску. Смотрите также предыдущее видео с мисочками. Вообще, взрываю канал про пиротехнику. Взрываю все, что угодно. Любые предметы по вашим просьбам. Так что пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть на моем канале. Предлагайте, какие петарды брать. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал. Ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале выходит также крутые видео с пиротехникой, как и здесь, очень интересные. Всем советую подписаться, заценить. Смотрите, здесь 4 видео, они тоже клевые. Может быть, вы их пропустили, выставляю по 4 ролика, чтобы вы смотрели классные видео, не скучали. Если кто пропустил, для вас как раз 4 видео, обязательно зацените их. Поставьте лайк, напишите приятный комментарий, поддержите канал. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.